Привет, я думаю, вы, как и многие из моих подписчиков, перешли на это видео, чтобы узнать, где же можно купить Farming Simulator 17 дешевле Steam. Под этим видео есть ссылка на сайт, переходите, все ключи лицензионные от надежных поставщиков. Немного о игре. Популярность пришла к серии достаточно поздно, только с выходом третьей по счету игры. Хотя она во многом была далека от совершенства, разработчикам все-таки удалось найти то, что зацепило игроков. Тут же в сети начали появляться фан-сайты с пачками модов, органично дополняющих игру. Поэтому на Farming Simulator 17 многие игроки уже возлагали большие надежды. Как и другие представители жанра, Farming Simulator носит развлекательно-ознакомительный характер. Она в равной степени рассчитана как на опытного фермера, так и на игрока, который даже картошку на даче не копал, но внезапно загорелся желанием разобраться в основах ведения сельского хозяйства. Под этим видео есть ссылка на сайт, переходите, все ключи лицензионные от надежных поставщиков.